Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я расскажу вам про очередной русский праздник – День Учителя. День Учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Эта дата совпадает со Всемирным Днем Учителя. Этот праздник отмечают воспитатели, учителя и преподаватели. В общем, все педагоги. Воспитатель работает в детском саду, учитель работает в школе, а преподаватель работает в университете. Традиции. Ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, желают им здоровья, успехов в работе, вручают букеты цветов и подарки. Когда я училась в школе, я помню, что своему классному руководителю мы дарили часы, различные абонементы и сертификаты, а остальным учителям, которые вели у нас уроки, мы дарили цветы и открытки. Когда я работала в школе, то я не была классным руководителем, поэтому мои ученики дарили мне цветы и открытки, а один ученик подарил мне украшение-оберег из соломки. Оберег – это предмет, который должен оберегать человека и его дом от бед и нечистой силы. Из соломки делают кукол, шляпы, подносы, шкатулки, цветы, картины и другие предметы декора. Соломка – это солома пшеницы, овса, риса, ржи, проса, ячменя. Стебельки соломы аккуратно разрезают на части, вымачивают в кипятке и далее работают с этим материалом. Кстати, вот эти бусы из бисера для меня сделала моя мама. В день учителя в школах проходят праздничные линейки, проводятся выставки работ учеников, размещаются стенгазеты. В детских садиках также устраиваются выставки с работами воспитанников. Не знаю, как сейчас, но когда я училась в школе, у нас также устраивали день самоуправления, когда ученики сами вели уроки. Например, ученик или ученица 8 класса могла вести уроки в 5, 6 или 7 классе. Конечно, учительница помогала им подготовить материал к уроку. В учреждениях образования руководство поздравляет учителей, награждает лучших сотрудников и победителей конкурса «Учитель года» грамотами, медалями, ценными подарками. История. День учителя впервые был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 года в России этот праздник отмечается всегда 5 октября. В Беларуси же он по-прежнему отмечается в первое воскресенье октября. Учителей поздравляют заранее, то есть в пятницу. Друзья, надеюсь, эта информация была для вас полезной, и вы не забудете поздравить своих учителей и преподавателей. Уверена, что им будет очень приятно получить от вас поздравления или даже открытку. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!